Я в Москве. Меня встретили на автомобиле BMW. Представляете? Господи боже. Когда я стану взрослой, знаменитой, я напишу себе райдер, в котором будет написано, что меня нельзя встречать на автомобиле BMW. И вообще, я не люблю BMW. Но в целом в Москве солнце, и это не может не радовать. Так же, как и эта ласточка 98-го года. А ничего, что я так сделала? Она не развалится? Не слава богу. Всем хорошего дня. Я успела уже за сегодня побывать в Москве и вернуться обратно. Утром улетела, вот сейчас прилетела. Когда мне говорят, что я такая скучная, которая постоянно сидит дома, я просто сразу думаю о своей вот такой вот жизни разъездной, а скоро вообще сезон. Да, я люблю сидеть дома, я скучная. Люблю быть дома, потому что я там практически не бываю. Поэтому, конечно, люблю. Мне привезли что-то из Озона? А ты что весь день делал? А? Что ты зеваешь, товарищ? Ты что, не спал? Мне кажется, ты спал. Или ты от Рахманинова зеваешь? Ты мне это прекращай.